23 марта бригады скорой медицинской помощи совершили 167 выездов. Из них по поводу получения различных травм к медикам обратились 11 пациентов. 16 нефтекамцев были госпитализированы. 5 пациентов поступили в больницу с признаками алкогольной интоксикации организма. Одному жителю города была оказана медицинская помощь в связи с криминалом. 5 выездов оказались безрезультатными. В родильном отделении Нефтекамской городской больницы на свет появилось 2 малыша – один мальчик и одна девочка. По данным пресс-службы отдела МВД России, по городу Нефтекамску 23 марта были зафиксированы 6 краж, 3 мелких хищения, 1 задержание, 1 случай нанесения телесных повреждений, 2 случая повреждения чужого имущества. 22 выезда были совершены по поводу нарушения тишины. Жизнь состоит из замечательных мелочей. А наши окна из качественных деталей. Окна Мастер. При покупке пластикового окна мы дарим подоконник ПВХ. Звони 8 800 250 90 34.